Всем привет! Сегодня покажу вам посылочку из магазина «Иголочка». Это магазин. Этот магазин находится в Украине. Я вам оставлю ссылочку под видео. Можете перейти и посмотреть, какие там представлены товары украинских производителей. Девочки, посмотрите на эти колокольчики. Многие из вас уже знакомы с этими новинками от фирмы «Вдохновение». Их очень-очень много, этих колокольчиков, но вот я выбрала 4, старалась выбирать, чтобы они были разные, друг на друга не похожи. Вот такой вот зеленый изумрудного цвета, розово-красный. Обратите внимание, что у каждого колокольчика есть название. Черепаха – долголетие, Валентинка – любовь, то есть можно вышивать их на желание. Золото и серебро вышивается на богатство. Посмотрите, какая красота. И вот такой зимний узор – умиротворение. Они все разные, но каждый по-своему шикарный. И посмотрите вот на эти маленькие бубенчики. Это колокольчики, они звенят, подвешиваются и звенят. Вышивается на прозрачной основе, потом все это собирается. Ну, сейчас мы с вами поподробнее рассмотрим и покажу потом еще вам. Это не вся еще посылочка, есть еще кое-что, я вам обязательно в этом видео покажу. Обратите внимание, что здесь используется не только бисер, но и также камни, стразы, по-моему, даже кое-где здесь есть стеклярус, хотя нет, вот на этих, которые у меня нет, а здесь бусины. Бусины, бисер и камни. Всю комплектацию можно посмотреть. Вот она, видна вся комплектация. Вот они, видите, золотые колокольчики, которые подвешиваются. Видите, они гремят. Бусинки, бисер. Бисер 10 номер. Ювелирного бисера здесь нет, но это и хорошо. Мне сложновато ювелирным бисером вышивать. Две иголочки и мононить. Тонкая леска для пришивания бисеринок. Вот такая черепаха. Клевая. Когда буду вышивать и собирать эти колокольчики, постараюсь снять для вас видео. Вот видите, тоже какой красивый узор. Валентинка. Видите, здесь сердечки. Давайте посмотрим. Здесь комплектация какая. Смотрите, какие яркие розовые бусины. Обалденные. И бисер розовый, перламутровый. И бусины. Такие кругленькие красные стразины. Обалденная вообще красота. А здесь серебро и золото. Здесь бусинки золотые, столько много их. Но здесь нужно будет вышить, сколько здесь, 4, 1, 2, 3, 4 или 5 даже граней. Сейчас мы с вами откроем один наборчик и посмотрим. И смотрите, какие здесь крупные стразы. Обалденные. Это хоть и не Сваровски, но они так красиво блестят и переливаются. Я думаю, будет очень смотреться очень-очень красиво. Конечно, нужно будет вышивать аккуратненько на прозрачной основе. Стараться не делать больших узелков. Но у меня есть видео, как вышивать на прозрачной основе. Можно будет посмотреть. Я в конце вам ссылочку оставлю на это видео. Смотрите, здесь серебристые колокольчики. Там золотые, а здесь вот серебристые колокольчики. Ну и сейчас я хочу посмотреть, сколько граней здесь вышивается. Вот такая идет заготовочка. Как мы видим, здесь даже есть шнурок для того, чтобы подвесить. Основа, подвес и декоративный шнур, здесь написано. А еще здесь идут
вот такие маленькие колечки. Но здесь есть инструкции по сборке, поэтому можно будет все посмотреть и прочитать. А мне только интересно, сколько здесь граней. Так, грани у нас с вами 5. А получается, что 5 граней нужно вышить. Они практически одинаковые по рисунку. А потом их нужно будет собрать. Здесь вот такие вот пазы, куда будут защелкиваться. Вот они будут защелкиваться. Но все-таки лучше еще их сшить мононитью. Лучше всего сшить. Здесь, в принципе, вот есть дырочки с краю. Можно будет сшить. Основа не сильно жесткая, основа мягкая. На такое мягкое я еще не вышивала. Вышивала на основе, которая поплотнее. Ну, я думаю, разницы нет, особых сложностей не будет. Вот такую снежиночку я вышивала на прозрачной основе мононитью. Здесь основа такая жесткая. Там вот мягкая в колокольчиках, а здесь жесткая. Но в принципе нормально у меня все получилось. Вот как видите, аккуратно. Это обратная сторона, это лицевая сторона. Как я вышивала, подробности есть у меня в отдельном видео. И когда я получила вот эту вот снежиночку, я просто обалдела от этой красоты. Мне она настолько понравилась, что я захотела заказать еще другие снежинки. Это новинки этого года от фирмы Wood Stitch. Там их много-много разных. Сейчас покажу, какие я выбрала. Посмотрите, какая снежинка. Бело-голубая. Здесь давайте посмотрим, что входит в комплект. В принципе, особо комплектация не отличается от предыдущей снежинки. Единственная форма другая, вот как видите. Дырочки здесь уже просверлены. И сейчас посмотрим, какого цвета здесь бисер. Вот такой голубой бисер и стеклярус. Давайте посмотрим. Здесь более синий. Здесь у меня голубенький стеклярус. А здесь вот такой еще крупный синий бисер. Вот эти вот фетровые снежинки, они для иголочек. Их не нужно клеить на обратную сторону. Здесь просто для иголочек. И вот я вижу пакетик такой красивый. Посмотрите, это вот такие вот белые стразы в форме такой капли. Очень красивые, переливаются. Но я думаю, эта снежинка будет не хуже, чем моя. Здесь у меня таких крупных не было страз. Вот в серединке была вот такая кругленькая, а здесь больших не было. Ну и я выбирала снежиночки, чтобы они были разные. Чтобы особо не похожи были друг на друга. Хотя там, конечно же, огромный выбор. В общем, у меня вот такая вот снежинка. Вот такая вот ажурная снежинка. Здесь, посмотрите, только белый бисер и крупные белые стразы. Но как красиво ажурно она смотрится. Ничего лишнего здесь нет, только белые и вот такие вот бусинки жемчужные. Ну, очень красивые. Вот такой вот формы снежиночка. Тоже интересная. Также здесь такие же белые стразы, но здесь их больше. Прозрачные есть бусинки. Голубой стеклярус. И белый бисер. Тоже очень красиво. И вот такая снежинка. Здесь яркий синий бисер, синий стеклярус в серединке. И края ажурные. А вот такие ажурные края немножко сложновато вышивать. Нужно быть внимательными, потому что леска может цепляться вот за эти вот краешки. Но если не торопиться, вышивать аккуратненько, то все получится. И вот как мы видим, здесь еще есть голубой бисер. Вот такая вот прелесть. И вот такая вот бобиночка в подарок.
Вот такая замечательная посылочка пришла ко мне из магазина «Иголочка». Вот вы видите сейчас контактные телефоны, но и также ссылку на магазин я вам оставлю. Будьте внимательны. Магазинов «Иголочка» в интернете несколько. Этот «Иголочка.com.ua». Переходите по ссылке и можете задавать вопросы, делать заказы. Удачных вам покупок. Спасибо вам за просмотр видео. Не забывайте ставить лайки. С вами была Инесса. Пока-пока.